Расходитесь, товарищи, расходитесь. Не мешайте работать. Отойдите, отойдите. Отойди. Посторонитесь, посторонитесь. Отойдите. Отойди. Расходитесь, ну ничего. Отойдите, пожалуйста, товарищи, не мешайте работать. Больше ничего не обнаружили? Нет. Отнесите в нашу машину. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ Умаров, обыскались вас. А что меня искать? Я был в тюрьме. Адрес, как говорится, известен. Происшествие на Школьной. Машина ждет. Эти галстуки нашли в машине после наезда. Сочувствую вашему горю. Я должен задать вам несколько вопросов. Скажите, в этом шкафу все цело? Да. А вот здесь, в столе, были какие-нибудь ценные вещи? Вы понимаете, это крайне важно сейчас. Что? Что важно? Это. Я вас понимаю. Серьги там были. Кольца, по-моему, лежали. Кольца обручальные. Часы, браслеты. Пропадение пропадом. Меня не пустили к Ильясу. Не пустили. Скажите, эти галстуки вам принадлежат? Мы нашли их в вашей машине. Ну, в общем, после наезда. Да, мои. Это мать Ильяса.
Нет, еще не приходил в себя. И вообще, после такой травмы черепа, вряд ли он вспомнит, как было и что было. Так что уж вам придется как-нибудь без него. Ну и народец. Неужели я тоже был таким? Какие же нервы надо иметь. Да, учительница бедная моя. Я же вам говорил в прошлый раз. А ты уже извини, что пришлось тебя снова побеспокоить. Ничего, ничего. Ну, продолжай. Значит, я домой, а он к бабушке. Он всегда после школы идет к бабушке. Так. А вы самый главный? Я? Самый. И что же? Иду я домой. А из нашего подъезда, понимаете, выходит трое мужчин. Я постоял, смотрю, они прошли и завернули за угол. Спешили. Спешили, значит? Ага, очень спешили. И ты пошел домой? Нет, кажется, не сразу. Я к товарищу пошел. А где он живет? Живет на Октябрьской, дом 11, Сева Чувахин. И долго ты был у него? Нет, не застал. Его мама сказала, не приходил еще. Я и вернулся. Ну, дальше. А уже все было, на него наехали. А кто наехал? Они. Неужели не понимаете? Давай про них. Давайте. Значит так. Вышли они из подъезда и повернули за угол. Я подумал, что за люди незнакомые. Так. Ну и что же это за люди? Расскажи еще разок. Один черный, волосы черные, а сам низкий. Второй в плаще в сером. Третий в куртке был, в коричневой, клетками прошитая. Сверток он нес, в газете что-то. Запомнил? А что, запомнил. Молодец. Только приметы какие-то неопределенные. Мало ли таких в куртках да плащах. Что-то было, по-моему, а? Ну, помните, ты говорил про шрам? Был. На щеке. А поточнее? На левой щеке. Вот тут. А можно я выйду? Иди. А ты знаешь где? Знаю, знаю. Шустрый парнишка. Погоди, а как он мне в школе говорил? На правой щеке. А сейчас говорит на левой. Что, детали путает? А может быть, все придумал? Тот, что был блондином, стал вдруг брюнетом, который первым шел, оказался третьим. И шрам не на той щеке, и сверток, получается, нес не тот. Чертовщина какая-то. Фантазер. Кадыр, это я. Надо немедленно узнать, кто и когда видел вчера Малика Бурханова во дворе. С соседями поговори, с мальчишками. В общем, со всеми. Второе. Подойди срочно на Октябрьскую, 11. Там живет парнишка, Чувахин Сева. Спроси у его матери, когда к ним вчера заходил Малик. Они приятели. И когда сам Чувахин объявился дома. Записал? Чувахин. Жду. Чувахину Малик Бурханов вчера не заходил. А когда начался пожар, его видели во дворе вместе со старшим братом. И с ними был еще парень. Высокий. Точно? Точно. Это, пожалуй, стоит проверить. Тогда так, поезжайте сейчас же на завод.
и первым делом выясните, в какую смену вчера работал этот... Бурханов Санат? Ну да, старший. Уходил с работы, не уходил. Если на заводе нет, домой. Вот вернутся мои ребята и скажут, что никуда Санат вчера не отлучался с завода. Даже обедать ходил с товарищами. А во дворе могли быть и не Бурхановы. Просто соседи ошиблись. Значит, Малик говорит правду. И придется все сначала. А я все равно обрадуюсь. Хорошо, что не он. Славный мальчуган. А если с другой вестью вернуться? Ну что ж, никаких фанфар. Доведу это дело до конца и выветрится оно из памяти, как многие другие. Тебе ничего не известно. А где ж ты был? На заводе, говорю же. Когда домой вернулся? Около 5. И никуда не отлучался? Нет. Тут какое-то недоразумение. Вы нас, пожалуйста, извините, но вы понимаете, мы... Я же говорю, мамаша, проверим. Ну, вызывали, допрашивали. Что тут такое? Ну, как же так? Сразу обоих мальчиков. За что? Они ведь дети. С кем ты разговариваешь, Фатима? Ну, постой. Ну, что он знает? Я вас спрашиваю. Где ваш начальник? Я вам уже объяснил. Он выехал по служебным делам. Ах, по делам? Да. Значит, он занят, а рабочего можно отрывать от дела. Ой, вы извините, но этого не может быть. Они не виноваты. Вы там, пожалуйста, скажите. Хорошо. Он скажет. Так скажут, что еще хуже будет. Ничего, ничего. И на вас управа найдется. Что ты? Поназажали что ты тут. Власть извините, дали. Не слушайте его. А я говорю, был на заводе. Тогда объясни. Каким образом ты вчера днем оказался во дворе собственного дома? И откуда у тебя свежая ссадина на лице? Не был. Во дворе не был. Странно. Все ошибаются. Мастер твой, рабочий из бригады. Соседи перепутали. И не видели ни тебя, ни брата. А где он? Кто? Малик? Он здесь у нас. А что? Не было никого. Вы слышите, не было никого. Ну, это уже ни к чему. Кричать не надо. Ты говори спокойно. Эх, Малик, Малик. Его-то за что? Он-то при чем? А я все равно скажу, парень, он ничего, Санат. Не хуже других. Болтать, конечно, будут. Всякое. А срамился, значит, плохой. А рядом у станка хорош был. И норму выполнял. И вел себя. Да что грешить. Нормально себя вел. А выходит тогда, глядеть бы в оба и мне, пастырю. Скажите, пожалуйста, опять все кругом виноваты. Только не он. Завод виноват, школа, детский сад. Или кто там еще? Так что ли? Пусть отвечает. Сам. Ну, конечно. Вот только бы не поспешить. Нет. Теперь не поспешу. Это я тогда с твоим приятелем поторопился, Саша.
Был грех, помню. Ну что вы, разве он тогда не согрешил? Сколько лет прошло? Все в порядке? Мы тут в цеху посоветовались. Может, на поруки? Или как, Петрович? Вернется же он, придет. В цех к себе возьмем. Ребята не против. На поруки. Добренькие мы. Целую неделю слушаю их. Я уже знаю все. Ну, почти все. Рядовое дело и раскрылось быстро. Но раскрыть — это всего лишь прикоснуться к истине. Вот они, Санат, Малик, сидят и глотают слезы. Уже не детские слезы. Утираются ладошками. И даже Гога. Вот тут-то и появляется настоящая боль. И мы обязаны узнать про Бурхановых все. И себя не пощадить, но чтобы не было других Бурхановых. Санат! Малик! Ну, как вам, мои орлы? Ва! Орлы! А теперь, Санат, покажи, на что ты способен. Ва-ва-ва-ва. Точно! А почему ты смотришь на мать? Не надо, Ариф. Не вмешивайся в дела мужчин. Ну, на стороне, наверное, пьешь, мать не спрашиваешь? Бери. Давай, давай. И вот оказался я в Андижане. Позвали меня на комбинат. Товарищ Бурханов, дорогой, почините пишущие машинки. Так. Мастер, золотые руки. Берусь. А что ушами хлопать? Ну, и сорвал я с них куш. От каждого у нас, говорят, по способности. Сигарету. Огонька. Что? Курила. Подержи-ка. Дай сюда. Птицы улетели. Держи. Чего это он? Слушай, Санат, давай сразимся. Неохота. Вставай. Отстань. А? Отстань, говорю. Ну, пожалуйста, Санатик, миленький. Санат, еще разок, а? Да ну.
последний раз. Пошел ты. Слушай, пойдем в школу. В какую еще школу? Да в мою. А чего там? Да там в спортзале самые настоящие шпаги, маски. Представляешь? Настоящие? Ну да. Эй, Каруза, иди сюда. Пойдешь с нами? Пойду, а куда? Давай подсажу. Нет, я тут постою, пока вы... Трясешься весь. Я не трясусь, я заикаюсь. Слабак. За мной. Ну ладно, пошли. Точно. Нет, нет, да точно. За. Заклинатели в Индии бывают. А папа мне про Африку рассказывал. Про пирамиды и фараонов. Давайте фараонов играть. Фараону нужны украшения. Нужны украшения? Сейчас. Вот они. Ну как? Не. Вот. Она называется Нефертити. Нашли ее в настоящей гробнице. Эта штука стоит как 2 цветных телевизора. Иди ты. В это время как раз Санат и принес лампочки с завода. И еще что-то. Я говорил. А что будет Санату? Я вот тебе говорю, а ты все свое. Человек должен уметь преодолевать себя. Вот трусость, например. Тогда ты мужчина. А то все по течению, как щепка. Спорт. Ну что твое самбо? Ты повалил, тебя повалили. А вот чтобы риск, опасность. Ты мужчина. А что? Кто не рискует, тот не выигрывает. Да брось поливать, Гога. Все я, да я. А вот хочешь? Хочешь, я махну что-нибудь из тех ящиков, которые вчера привезли на завод? Там охрана. Кто ты? Тебе слабо. Мне слабо. Если махнешь, ставлю стол в ресторане. Железно. Понял? Ну, змей, держись.
Что было, рассказал. И про квартиру, и про машину. Все? Все. Совершенно верно. Нашли у тебя дома при обыске. Значит, была и школа, и завод был. Теперь остается говорить, что в школу ты залез один. Так? Тогда я скажу. С тобой был Малик. Да-да, твой брат. И еще Разик Якубов. Каруза, как ты его зовешь. И в квартирной краже участвовал Малик. Еще Файзулин. Гога Файзулин. Гога? Раскололся. Признался. Это ты здесь хорохоришься. Но ведь я же не могу. Да, ты за товарища горой. Сам готов пострадать. Но другого не выдашь. Не выдам. А чего ты, собственно, пытаешься спасти того же Гогу, а? От заслуженного и справедливого наказания? Будет ходить по белу свету с поднятой головой. Это хорошо? Брата пожалел. Так нет тебе прощения за Малика. Век на твоей совести будет. Ладно, это не относится к делу, можешь не обращать внимания. Иди, в другой раз. Опять кувыркаться? Точно, к соревнованиям готовимся. Ты представляешь, я в Сочи полечу, море увижу, настоящее, а не в кино. А там, глядишь, мой портрет на полстраницы в газете. Чемпионат республики по самбо выиграл. Ну ладно, пошли, чемпион. Ух ты! А это что за капор? Чудак, это последний писк. Весь Запад носит. Да? Хочешь, достану? Конечно, хочешь. Забываю тебя спросить, откуда ты барахло берешь, а? Сапоги девчонкам таскаешь, кофточки разные. Не воруй, не бойся. А я не боюсь. Да, кстати, вот ты мне напомнил, у тебя есть знакомые, чтоб 40-й размер ноги был, а? Предлагают итальянские сапоги. Подработаешь. Спекулировать? Да ты что, Гога? Детеныш. Волка ноги кормят. Не беспокойся. Все, что должен, отдам. Да брось ты это, отдам. Ерунда. Просто я не с неба деньги хватаю, понимаешь? Курочка по зернышку клюет. Слушай, Гога, съездил бы ты, как наш сосед, в Африку, а? Или еще куда-нибудь. Вот бы ты навез. Здравствуй, Салат. Здрасте, Олег Васильевич. Сиди, сиди. Привет. Давай, не задерживайся. Да, уже иду. Да трепотня, навез. Трепотня? Да Малик сам видел. Так что ты говорил, сосед-то? 3 года в Африке прожил. Сын его, Малик, приятель. У него дома и золотишко, и камешки. Небось, не по зернышку наклевал. Ну, ну. Что ну? Санат! Иду! Ну, пока. Так ты не забудь. Завтра пируем. Ага. Перспективы кибернетики не имеют границ. Откровенно говоря, мы сейчас даже не в состоянии
Раечка, прогнозировать всех ее возможностей. Шеф! Еще пузырек. Стоять на месте значит отстать. Альтернативы нет. Или-или. Найти свое место в науке значит сказать свое слово. Оставить свой след. Вот только вчера на заседании кафедры дебатировались эти вопросы, милая Раечка. Потанцуем. Раечка, Гога, высший класс, лучше всех. Да ну, не получается. Шампанское, пожалуйста. Спасибо. Теперь 3 черных кофе, как обычно. Mm-hmm. Прекрасно танцевали. Ну, вот это и есть жизнь, дети мои. Настоящая жизнь. Да, жизнь. Ты человек, Гога. Раечка, посмотрите на него. Он человек. Кажется, никогда так не напивался. Зато жизнь. Ну да, жизнь. Его поставили к новому станку. Он со старым-то еле справляется, а с новым что будет делать? Щей, а ну-ка, пойдем разомнемся, успеешь еще нажраться. Слушай, Гога, ты же темный, как валенок. А весь вечер пилил рай, лазеры, циклотроны. Эрудиция. Эрудиция! Понял? Понял. Слушай, а за кого ты идешь у рай? Кафедра, деканаты. Так-то вот. Мой дорогой, надо уметь подавать себя. Я теперь студент политехнического на спецфаке, усек? Кибернетик-электронщик. Звучит? А токарь, по-твоему, не звучит? Для меня уже не звучит. Постой. Постой, что ты сказал? Поработал и хватит. Вот пусть теперь другие вкалывают. Чего ты уставился? Я серьезно. Увольняюсь. С нашего завода? И куда ж дальше? Проживу, не беспокойся. Каждому свое. Или ты думал, я что, век что ли на заводе буду? А с Раечкой, например, прямо в ЗАГС?
Еще неделька и готова, Раечка. А, не поливай. Я поливаю. Ну, поглядим. Да, кстати, у Раечки есть подружка. Вот такая вот девочка. Хочешь, познакомлю? Меня? Тебя, тебя. А кого же еще? Мы сегодня вечером и устроим это дельце, а? А как же? Насчет финансов? Достану, перехвачу где-нибудь. Пока в люди выбьемся, чемпион, надо весело пожить и красиво. Ну, а для этого требуется что? Совершенно верно. Нам деньги строить и жить. Я же не прошу, чтобы ты схалтурил. Ты же сам сказал. Преступление раскрыто. Что там было раскрывать? Быстрее. Закругляйся и в суд. Тут же все ясно. А мне еще ни черта не ясно. Тогда рецидивист. С опытом и жизнью за плечами. Не о чем говорить, переживать нечего. А ведь это мальчишки. Нет, не надо меня торопить. Давай, Санатик. Пошел? Ну что ж, Бурханов, идем. Жаль, жаль. Что поделаешь, спорт есть спорт. Кто чемпион, кому зрителем быть. На сборы поедет Вадим. Но ты не мучайся, не переживай. Не перспективный ты, но тренируйся. Тренируйся, а там, глядишь, может быть, что-нибудь и получится. А ты говоришь, невезучий я, неперспективный. А может еще? Да ничего не может. Или быть чемпионом, или... А я-то надеялся, в Сочи полечу. Море увижу, настоящее. Санат, а давай... Да брось ты. Ну и черт с ним. Не получилось и не надо. Ты что? Будем веселиться. У меня сегодня свидание. Гога обещал. Опять ресторан? Опять? Это же смех. Всего-то 3 раза и было в ресторане. А Гога сколько? Что, мы хуже других, что ли? А где деньги возьмешь? Деньги? Хочешь мороженое? Вам какого? Дайте сливочного, парочку. Пожалуйста. Спасибо. А насчет денег Гога достанет. Ну да, сам поет, а потом треплется, что ты без него ноль. Заткнись. Гога — человек. А чем отдавать будешь?
Не твое дело, найду. А вдруг потребует? Да он не торопит. Ой, смотри, мама узнает? Не узнает. Давай в темпе. На первое свидание нельзя опаздывать. Гога знаешь, что в таких случаях говорит? Точность, вежливость королей. У твоего Гоги котелок варит. Ешь, ешь быстрее. Значит, договорились в 6? Вас зовут? Итак, до завтра? Нет, нет, Лилечка, подождите. Уже поздно. Ну, как дела, Санат? Ну, спасибо, старик. Она сказала, что придет завтра. Давай там же. Очень рад за тебя. Только там же не получится. Сегодня-то с трудом достал. Кредиторы долги требуют. Ну, что ты так сразу? Не прокисай. Утро вечера, как говорится. Придумаем что-нибудь. Ну, расскажи. А, отстань. Ну, ты чего? Думаю. О ней, да? Она красивая? А тебе? Болтун ты или не совсем? Ты сам болтун. Ну, ну ладно, ладно, ложись. А вот как думаешь? Ильяс, отец, дома все держит, ну, золотишко и всякое такое. Дома, в письменном столе. А если обчистят? Привет, ты нет, золотишко. Ну, днем все на работе. А, ну могут, конечно, ключ подобрать там, подделать. Подделать? А как подделать, где его взять-то? Ну, это ерунда. Вот, например, можно на пластилин отпечатать, а потом выпилить. Я вот книгу читал, забыл, как называется. Там одного из кармана вытащили ключ и на пластилин раз, а потом выпилили от сейфа ключ. Во время войны было. А ты можешь на пластилин? Зачем? Ну вот сразу зачем. Скажи, не могу, болтун. А я говорю, могу. А я говорю, нет. Чего?
Врешь. А вот посмотрим. Гога так сказал? Сказал, что обрадовался, когда не получилось. Что это жуткая затея? Ну, Гога дает змей. Это очень жаль, Санат. Простейший же вещь, ключ. И не получилось. Ты не жалей. Может, и к лучшему. Гога. Да брось ты. Ну, конечно. Долги-то мне платить. Не сердись, Гога. Слышишь? Хочешь, я придавлю Малика, чтобы еще раз? Оттиск. Попробуем. Ну-ну. Пробуй. Гол! Да, 2-1. Так. Пасую. Отбили. Штрафной. Есть. 3-1. Начинай с центра. Ну, ну что же ты? Ну, положим, ты разочарован. И завод вдруг стал тебе в тягость. И чемпиона из тебя не получилось. Ну вот, и вы тоже. Да, выгнали. Выгнали! Хотите знать, почему? Неперспективный я. Не думайте. Я виноватых не ищу. А я ищу. Вот и давай порассуждаем. Значит, девать себя некуда. Даже с девушкой провести как следует время не можешь. Денег у тебя, видишь ли, мало. Кстати, по рецептам Гоги никаких денег не хватит. В общем, конченый ты человек. А Малика? Его-то зачем? Он здесь ни при чем. Это все я. Но ведь правда. Он еще дурачок, мальчишка. Я не хотел. И повел его воровать из школы. Просто залезли. Украли. Я говорю, залезли просто так. Просто так. Ничего себе объяснение. А почему просто так у вас добрые дела не получаются? А вот украсть, ударить женщину, разбить витрину, это пожалуйста, просто так. Между прочим, просто так ничего на свете не бывает. И подвига просто так еще никто не совершал. Все имеет свои причины, Санат. Значит, говоришь, просто так обворовали школу.
Обворовали? Да кому нужны эти? Череп какой-то, железки, ерунда. Если это не нужно, по-твоему, это не кража? Ну, молодец. Завод просто так. Государство у нас богатое. Правда, не обеднеем, не пропадем. Но ты-то, ты уже стал вором. Из-за этих железок? Да разве в них дело? Сам факт, ты переступил грань и оказался по ту сторону, понимаешь? Еще до истории со школой переступил, когда только подумал, что можно взять чужое. И вот, пожалуйста, школа, завод и, наконец, последний случай. Это да, не спорю. Какая разница? Просто здесь уже действовал Санат Бурханов вор. Мало того, чуть ли не убийца. Сколько ты собирался взять у Рахимовых? Сколько? Много. 10 000, а может и больше. Положим, они достались тебе. И даже больше. Что тогда? Тогда бы я жизнь устроил, королевскую. Ну, допустим. Давай представим. Наступило утро, и ты проснулся богатым. Дальше. Дальше? Просыпаюсь я в такой постели, с балдахином. Ну, сделал зарядочку. Это же обалдеть! Прекрасно. Только зачем ты за моря отправился? Автомобили, рестораны и прочее. Все это можно и у нас. Ну ладно. А завтра? Ванна, бассейн. На яхте покатался. На лыжах. А послезавтра? Ванна, бассейн, ресторан, девочки, ипподром. А потом? А что, думаете, так нельзя? Да ведь одичаешь. В наше время, в нашем мире. И без дела. Ну, это я иносказательно. Иносказательно, понимаю. А давай расшифруем. Жить только для себя, раз. Нежиться в ванной, развлекаться с утра до ночи. Два. Пользоваться тем, что сделали другие. Короче, потреблять. Вот и вся твоя философия. Философия насекомого. Вот куда тебя привели эти вот... Привинченный табурет, ботинки без шнурков, казенные харчи. Так вот, запомни... Да что там жизнь научит? Настоящая радость — это когда ты заслужил трудом. А фиглярничать ни к чему. Больше не могу сегодня. Хватит. Не могу. Да. А Малика направим в детскую колонию. Можно? Да. А, проходите, проходите. Только вроде я не вызывал вас. Да нет, я сама. Я вам вчера плохо говорила про Гогу. Он ведь не такой. Плохо? А по-моему... Впрочем, давайте посмотрим. Садитесь.
Сейчас найдем. Так, так, никаких подозрений. Он порядочный человек. Не вижу ничего плохого. Да нет, ниже. Как будто бы у него вся жизнь в деньгах. Но я ведь записал именно так, как вы говорили. Ну что? Нет! Нет! Ну чего ты? Чего ты, Раечка? Ты думаешь, я какой-нибудь обыкновенный? Пришел, ушел. А ты необыкновенный? Я люблю тебя. Пожалуйста, будь необыкновенным. Неужели утирать девичьи слезы тоже моя забота? Жизнь не кончается, Раечка. Все еще впереди. У меня будет ребенок. Я могу вам чем-нибудь помочь? Что ж теперь говорить? Извините. Еще одна исковерканная жизнь. На свет появится маленький человек, вырастет. Что ты ему скажешь, Рая? Рая отдала вещи? Угу. Ну вот видите, я же говорил. Все у нее. Рая. А что Рая? Да все они одинаковые. Вот дайте ей, к примеру, сейчас свидание. Ведь не придет. Зачем ей срамиться? Действительно, зачем? Она-то тебя ведь другим представляла. Примечательный парень. На спецфакультете. А ты вообще не тот. Не он. Какой есть? Ха, идиот, а? Я идиот. Связался с этими сосунками. Ну, надо же, а? В квартиру полез. Вот черт. А что надо было? Помаленьку... Продолжать спекулировать? Нет, ну почему? Есть 1000 способов, как устроить свою жизнь. Только вы это, пожалуйста, не пишите. Ну-ну. Вот у нас есть один знакомый. Работает в одном учреждении. Неважно, кто он. Зарабатывает 100 рублей. Так вот, вы против него нищий. Это я так, вообще. Я понял, понял. Нет. Ничему тебя жизнь не научила, Файзулин. Ильяс! Откуда он? Что ты наделал? Куда? Вернемся! Вот так. Врешь же ты, гад.
Ну, змей. Так выходит, я. Так это я по шкафам шарил? Какая же ты... А может, тебя вообще не было? Ну, вспомни. Я пойду сейчас к бабушке, потом в магазин за рыбками. Оттуда уже домой. Наверное, часа в 4 буду. Только не опаздывай, смотри. Хорошо. Фу, злодейка, кто ее выдумал, проклятый, а? На, для храбрости. Идет. Пошли. Горит. Пойдем, пойдем. Это удача. Как хорошо, что я и ключики прихватил. А ну-ка, садись. Ильяс, жми! Он нас увидел! Не надо, не смей! Гони! Подлец! Первое место занял Владимир Бутов. Победительницей среди женщин стала Максума Юсупова. Второе место заняли Камиль Эргашев и Мухабат Алимова. Третье место поделили Николай Ступин и Фархат Алимов. Что с тобой? А ничего. Санат, как думаешь?
Малый тут жив остался, а? Жив. Вот черт. Не соображу, куда вещички девать. Может, поглядишь? В другой раз. Сейчас не до них. Наврал паразит, брат твой. Золото. Так, мелочь. Ерунда. Ерунда? Малика в милицию вчера таскали. Иди ты. Так, надо ховать вещички. Ладненько. Получаю расчет и смываюсь. Меня там точно не было. Договорились? Я человек посторонний. Кто меня знает? А мы, значит, были? Дурак! Я не про то! Ни вас со мной, ни меня с вами. Никого. Понял? Никого не было. Очень хорошо, прогуляемся, в кино пойдем. Скорее, проходите. Кино. Смех, анекдот для детей дошкольного возраста. Скорее. Без денег человек бездельник. А теперь закрой глаза. Зачем? Закрой глаза. Сумасшедший. Ну-ка, ну, протяни руку, пожалуйста. Раечка, на. Скорей. На. Нет, вот эту. Ой, Гога. Ну что, красивые часы? Ой, очень красивые, очень. Это мне? Угу. Нет, нет, забери, я не могу. Это мой подарок. Гога, сними, умоляю, а то еще уроню. Нет, я тебе их подарил, будешь носить. Дети, 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 давайте, скорее, ребята, топайте скорее, скорее, ножками. Сюда. Быстренько, быстренько, давайте. Проходите. Возьми скорее сумку и отнеси к себе домой. Значит, пусть пока, увидимся. Да, у тебя да побудет. Ага. Запомни, вчера с часу до двух я да приходил к тебе сюда же. Мы с тобой и гуляли а здесь. Да, от поняла, часу до двух. Поняла, кто мне спросил. Скорее, скорее. Я тебе потом все объясню. Да, пока. Ну пока, до вечера. Сыновья очень виноваты перед людьми. Но сейчас я думаю о том... Мама! Что же мы с матерями-то своими делаем? Да, вроде все.
Больше не увидимся. Надеюсь. Да. Приходила твоя мать. Свидание просила. Я разрешил. Зачем? Зачем? Я должен все один. Сам. Неужели вы этого не понимаете? Не надо. Хорошо дышится среди людей. А я завидую им. Они даже не знают, где это находится, например, прокуратура или милиция. Разве что за паспортом придут. Ну, или выслушают от постового, зачем, мол, переходите улицу в неположенном месте. Жизнь свою не бережете. Будьте любезны. Берегите свою драгоценную жизнь.